Автопарк поисково-спасательной службы Ненецкого округа пополнился новой техникой благодаря поддержке недропользователей. Временно исполняющий обязанности губернатора округа Александр Цибульский вместе с руководителем «Лукойл Севернефтегаза» Николаем Новожиловым вручил ключи от новой спасательной техники руководству поисково-спасательной службы. Торжественная церемония передачи учреждению 4 снегоходов и моторной лодки с подвесным мотором и транспортировочным прицепом прошла на базе поисково-спасательной службы. Новые 4-тактные снегоходы «Линекс Командер» подобраны с учетом специфики работы спасателей. Широкие гусеницы будут лучше удерживать снегоход на мягком и глубоком снегу. В этом году мы начали обновлять линейку вот этих снегоходов, которые у нас находятся в наличии. Вот это самые новые, да, естественно, мы только их приобрели. Самый старый у нас снегоход 2006 года. Вот, но вся техника находится в исправном состоянии, как бы ездит, да. Если, в принципе, пойдет так и дальше, то потихонечку мы обновим весь парк. На сегодняшний день с этими новыми снегоходами у нас 9 единиц. В настоящее время в штате окружной поисково-спасательной службы 18 действующих спасателей и 3 руководителя, которые также выезжают на проведение поисково-спасательных операций. По словам временно исполняющего обязанности губернатора округа Александра Цибульского, наличие современной техники крайне необходимо для служб экстренного реагирования. Чем более качественно вы будете оснащены, чем более новая и надежная техника будет у вас в эксплуатации, тем надежнее будем и увереннее будем чувствовать себя мы, жители округа. Поэтому вам спасибо большое за вашу работу. Я надеюсь, что эти снегоходы будут помогать вам оказываться в тех местах, где вы нужны. На укрепление и повышение уровня материально-технической базы окружной поисково-спасательной службы было перечислено свыше 7 миллионов рублей в рамках участия компании «Лукойл» в социально-экономическом развитии округа. Для учреждения приобрели 4 снегохода, моторную лодку с подвесным мотором и транспортировочный прицеп. Вся техника была доставлена в Нарьян-Мар в ноябре. Как региональные власти, так и компания «Лукойл» во главу угла ставят жизнь и здоровье человека. Нефтяники, наши подрядчики, все работают в разных уголках огромного Ненецкого округа. Я надеюсь, конечно, мы никогда не понадобится нам ваша помощь, но мы всегда знаем и уверены, что вы прибудете вовремя и поможете. Как отметил Николай Новожилов, компания «Лукойл» и дальше будет участвовать в проектах, направленных на улучшение социально-экономической жизни округа и его жителей. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, телеканал «Север».